творчеством, так и наши коллеги-депутаты занимаются законотворчеством, и в этом, безусловно, они и Центр культуры «Урал» близки. И поэтому на сцену я с большим удовольствием приглашаю председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Валерьевича Володина под ваши аплодисменты. И не менее замечательного человека, человека, который более 25 лет курировал культуру в городе Екатеринбурге, депутата Государственной Думы Михаила Никитовича Матвеева под ваши аплодисменты.